На слуху. На слуху. В ефірі програма «На слуху». Спасибі, що ви приєдналися. Ясно, що для нас статус Крима незмінний – це Україна, це Автономна Республіка Крим, це наша земля. Ну, але ми знаємо звістку, яка облетіла всі інформаційні агентства, ми добре знаємо, що Росія, яка анексувала Крим, включила його до Південного федерального округу і фактично поставила його на рівні із Адигеєю, Калмикією, Краснодарським краєм, Астраханською областю, Волгоградською областю і Ростовською областю. Експерти вже почали говорити про те, що фактично Крим принижено, він втратив особливий статус. Як це вплине на самих кримчан? Зрозуміло, що настрої різні і все-таки. У нашій студії сьогодні Андрій Сенченко, віце-прем'єр-міністр Криму з питань економіки у 93-97 роках, народний депутат України попередніх скликань і фактично вимушений переселенець. Здравствуйте, пане Андрію. Добрий день. Коли ви востаннє були в Криму? Последний раз я был 31 марта 2014 года, но это уже такая поездка была военным самолетом, мы вылетали туда с представителями генерального штаба, и эта поездка была посвящена выводу семей наших, эвакуации, по сути, семей наших военнослужащих, выводу вооружений из Крыма после того, как Россия захватила полуостров. Я, знаете, может, не совсем соглашусь с теми экспертами, кто говорит, что вот сейчас изменением статуса Крыма, оккупированного Российской Федерацией, унизили Крым и крымчан. На самом деле Крым и крымчан унизили тогда, когда оккупировали Крым, тогда, когда разорвали действующий на тот момент времени договор о мире, дружбе и взаимопонимании. Ну, по сути дела, так сказать, гарантии, которые Россия в том числе давала в Будапеште, когда Украина отдавала ядерное оружие, вот тогда унизили Украину, и Крым, и крымчан. Я розумію, я згодна з вами, люди, які нас чують, але ми прекрасно розуміємо, що там були люди, які хотіли, як то кажуть, вмерти в Росії і мріяли про це. Ну, от цікаво, правда, як вони це сприйняли. Скажімо, чи зміняться їхні настрої на користь України, чи зрозуміють вони, що все-таки краще було б їм бути з нами? Ну, знаете, во-первых, я бы не переоценивал число этих людей, потому что в Крыму примерно процентов 20 населения – это люди, которые не имеют абсолютно никаких корней ни в Крыму, ни в Украине в целом. Это выходцы из Российской Федерации, не знаю, родом из Рязани, из Тамбова. Просто те, кто еще вот в конце времени существования Советского Союза демобилизовывался, российские военные с Камчатки, с Северного флота, и они многие ехали, так сказать, дальше уже в Крым жить. Остались их вдовы, остались семьи, поэтому мнение этих людей меня не очень беспокоит. Еще раз, то есть они не есть русейную силу, вы стверджуете? Ну, по сути дела, да. Это их процентов 20, и это уже глубоко пожилые люди в основной своей массе. Мы их вряд ли в чем-то переубедим. Яких просто використали. Але дивіться, що каже Ілля Пономарьов, екс-депутат Держдуми Росії, його цитує газета «Сьогодні». Він каже, ротація высшего руководства в анексированном Крыму, которое представляли люди Шойгу, министра обороны России, означает, что Путин меняет военную верхушку на полуострове на гражданскую. Это должно означать, что в Кремле считают, угроз для дестабилизации оккупационного режима там уже нет. Тобто, что не будет тех, кто будет протестовать против аннексии Крыма. Я думаю, что немножко другие акценты. Во-первых, надо понимать, почему Путин изменил статус оккупированного Крыма, и теперь не существует Крымского федерального округа, а они стали частью Южного федерального округа. Во-первых, кремлевская верхушка и лично Путин пытаются дистанцироваться от Крыма. Ну, делая такую как бы прокладку, вот этот администрацию. Чтобы взагалі, мы навіть ездили там не в Москву, а, не знаю, там, знаете, в Ростовскую не область. Только с этой точки зрения, а в том числе для того, чтобы размыть затраты на Крым, а сегодня есть уже недовольство вот этими затратами на содержание оккупированной территории, они, безусловно, велики, и пытаются это растворить в общих затратах на территории, которые составляют Южный федеральный округ, и уйти от, ну, скажем, условно непосредственного контакта с крымской верхушкой,
Вот, с тем, чтобы, ну, вот вроде как выглядело так, ну, вот голосовал там якобы народ на референдуме, ну, Российская Федерация приняла это во внимание, соответствующие там решения, вот, ну, и дальше люди живут, как считают нужным. На самом деле, живут они сегодня под диктовку Кремля, и вот эта смена руководства не военного на гражданское, а скорее военное на ФСБшное. Зараз ми маємо змогу спілкуватися телефоном із Олексієм Стародубовим, який очолює Кримський експертний центр. І ми дізнаємося також думку пана Олексія з приводу того, чи змінюватимуться настрої в суспільстві в Криму. Вітаємо вас, пане Олексію. Дякую, що ви приєдналися. Здравствуйте. Пане Олексію, знову ж таки, зараз знову буду посилатись на газету «Сьогодні». Там є ще один коментар емігрантки і російського опозиційного політика Ольги Курносової, яка каже, що ось це включення Криму до Південного федерального округу – це, цитую, «плівок в лицо Крима і його надіжд на особий статус, особу економічну зону, віддільний спосіб управління. Також це попитка заявити, ми анексували Крим і віддавати не собираємося. От з приводу плівка в лицо Крима. Як це суспільство там сприймає? Чи маєте ви знайомих, людей, з якими ви спілкуєтеся і знаєте ці настрої? Ну, ви знаєте, я би сказав о том, що говорити об якомусь мнении кримчан, которое буде восприниматься руководством Российской Федерации, не приходится. То есть после того псевдореферендума, который прошел в 2014 году, я уверен, что больше уже никто кримчан не будет спрашивать о том, как будут отстраивать административно-территориальное деление в России, каким образом руководителей будут там назначать и так далее и тому подобное. Так, я розумію, що питати не будуть. Питати не будуть. Але ж люди оцінюють ті чи інші події. Вони ж думають, вони ж, якщо дійсно хтось хотів там бути в Росії, відчувати себе частиною великої держави, як це на них вплинуло. Ну, тепер вони такі, як от Адигея, Калмикія та інші області. Ну, це республіки, а ще ж є область. Ті люди, з которыми общаюсь я, вони вже давним-давно розчарувалися в тому, що відбувається в Криму. Тобто всі ті надежди, які у кого-то теплились після незаконної анексії полуострова і присоединення його до Російської Федерації, вони вже давним-давно рухнули. Тобто Крим погряз в корупції, Крым погряз в беззаконии, и то, что произошло на прошлой неделе, это как раз уже яркий пример того, что и, собственно, в Кремле на это обратили внимание. А от ви сказали, разочарувались, тобто ті люди, з якими ви спілкуєтесь, спочатку мали надії, що їм стане краще жити. Безусловно, то есть, ну, у меня там широкий круг общения, да, то есть и многие, которые поддерживали, собственно, присоединение, эту незаконную аннексию, и многие, кто изначально был против этого, так вот те, которые поддерживали, они уже тоже разочаровались и тоже поняли, куда они попали и в какую ситуацию они попали. И теперь только с вот этим вот разочарованием в душе и в сердце наблюдают молча, поскольку нет возможности даже высказать свое мнение. Спасибі, що приєдналися. Олексій Стародубов, директор Кримського експертного центру, був з нами на зв'язку. Перше, звичайно, ваша реакція на слова Олексія. А що нам робити з цим розчаруванням? Як ми можемо його використати для себе, Україна? Ну, на самом деле Украина имеет большой арсенал возможностей для того, чтобы ускорить возвращение Крыма. Проблема заключается в том, что, наверное, в первую очередь президент Порошенко то ли не видит, то ли не хочет, то ли имеет какие-то непубличные договоренности на эту тему, но за два года его правления я бы сказал, что он не сделал ничего из того, что должен был лично как президент для этого сделать. Украинское правительство, к сожалению, что первое, что второе правительство Яценюка тоже к этому не приложило руку, я имею в виду, каким-то системным усилием. И более того, Яценюк постоянно демонстрировал нежелание заняться этой проблемой. Ну, этот состав, я его вообще правительством назвать не могу, я думаю, что они даже не дойдут мысленно до этих задач. Добре, давайте тоді це роз'яснимо, тому що з одного боку я розумію, що є речі, які говорити не можна. Так, от якщо я вам зараз поставлю питання, що саме треба робити, щоб повернути, я розумію, що є частина речей, які ви не скажете, бо це секретні там, я не знаю, дані, інформація, пропозиції. Але я розумію, що нас зараз слухають і думають, а що можна зробити? Що сказати Путіну, віддай Крим? Ну, ви знаєте, на самом деле не обо всьому можна говорити на ефірах, і в своє время
когда Порошенко стал президентом и пришел в администрацию, мы небольшой период времени, так сказать, ну, условно говоря, сотрудничали, я подготовил лично ему, вручил документ, это документ секретный, по-моему, на 6 или 7 листах, ну, это нельзя назвать планом деоккупации, но, по крайней мере, это перечень мер, которые нужно предпринимать для того, чтобы приблизить деоккупацию. Если же говорить по направлениям, то я бы сказал так. Наверное, самое главное и очень эффективное – это экономическое давление на Российскую Федерацию. Ну, слушайте, якщо в нас піднімається питання, якщо буде вигідно купувати газ, то ми все одно його будемо купувати. Ну, так вот, понимаете, когда мы во время войны имеем торгашескую власть, то мы, соответственно, и такие результаты имеем. Ну, а с іншого боку, той газ, якщо її продає Росія Європі, ми теж купуємо в Європі. Вопрос не тільки газу. Вопрос экономического давления на Российскую Федерацию. У нас есть очень много чувствительных для Российской Федерации тем. Например, продукция военного и двойного назначения. Вот врали 2 года о том, что ничего не поставляют. Я ответственно говорю о том, что поставляли двигатели для вертолетов российских, поставляли турбины на военные заказы российские и так далее. Это все было. Это просто элементики. Таких элементиков много. Да, действует запрет, но этот запрет при желании обходят. Когда мы говорим об экономическом давлении, ну вот смотрите, сколько раз говорили президенту Порошенко о том, что должна быть экономическая, и товарная и энергетическая блокада Крыма. Но вот до тех пор, пока просто не вмешалось гражданское общество, до тех пор, пока не стали падать опоры, до тех пор действовал преступный контракт. Ви вважаєте це дієво? Безусловно. Дивіться, була заява Мустафи Джемілєва, який сказав, що Росія винищує кримських татар. Абсолютно з ним согласен, на 100%. Він сказав, що з 22 осіб, які зникли в Криму, поки що не знайшли жодного. Ну, знаєте, для Росії є дві особливі групи ризика, як вони це виділяють, серед жителів окупованої території. Це кримські татари і це молодь. Молодежь, которая родилась в независимой Украине, для которой Советский Союз – это пустой звук. Для этой категории, для этих молодых людей, Россия, оккупировав Крым, создала им массу проблем. Они нормально учились, они имели какие-то перспективы в жизни. Ну, кто-то хотел работать, кто-то получать образование, там, не знаю, ездить в Европу. А сейчас они столкнулись со многими проблемами в результате этой оккупации. И крымские татары. А Україна, от добре, Україна, наскільки вона готова прийняти цих людей, наскільки, можливо, у вас просто є дані, тому що я знаю, що ви також займаєтеся правозахисною діяльністю зараз, наскільки оці люди молоді можуть відчути, от ми можемо поїхати в Україну, і в нас там є перспективи, ми можемо чогось досягнути. Ми достатньо робимо для цього материкова Україна? Я думаю, що ми не можемо переселити 2 мільйони кримчан з окупованої території і залишити просто всю эту голую землю оставить оккупантам. Не можем. И это неправильно. Мы должны системно действовать для того, чтобы вернуть Крым. Но при этом надо понимать, что бороться мы должны не только методами экономическими, дипломатическими, юридическими, но в том числе мы должны и поддерживать морально наших соотечественников, которые оказались в оккупации. Они оказались, многие, я бы сказал, большинство из них не по доброй воле. У вас там силу, есть знакомые, друзья? Ну, безусловно, я крымчанин в 7-м поколении, и там мои родные, близкие, друзья, и я общаюсь с ними каждый день. И при этом надо понимать, еще раз повторю, что большинство из этих людей оказались не по доброй воле, а потому что государство Украины в определенный момент времени не смогло их защитить. Вы были заступником главы администрации президента, как раз когда, в 2014 році, когда это все произошло. Ну, ваша я несколько думка... позже, с 11 марта, уже после оккупации. Ну. Так, так. Але от ваша точка зору, вы же добре розуміли, что происходит. Крым можно было не віддати. Был небольшой период времени, когда мирным путем можно было этому противодействовать. Этот период времени буквально 3 дня, потому что я напомню, вот бегство Януковича, да, потом, когда уже появился исполняющий обязанности президента Украины, но еще не было сформировано правительство Украины. И вот до захвата в ночь с 26 на 27 февраля до захвата Совета Министров и Верховной Рады Крыма, вот эти 3 дня
нужно было очень быстро переформатировать власть в Крыму. Мы не зуміли Но, к сожалению, говорить. Начались разного рода торги. И эти три дня были утрачены. Потом уже теоретически были военные возможности. Но тут можно без конца рассуждать и за, и против, и как давила Европа, и Штаты. О том, что не стрелять, это отдельная тема, она конца не имеет. Есть запитання, тому давайте слухати. Алло. Возможно ли в обозримом будущем возвращение Крыма и Севастополя в состав Украины? Что для этого нужно сделать нашим политикам? И кто должен конкретно ответить за его сдачу? В отношении возврата Крыма хочу вам сказать, что очень важно, чтобы мы не упустили определенные возможности. Как у тебя три дня на початку. Да, вот это окно возможностей в какой-то степени для нас может открыться в 2017 году. Я объясню почему. Дело в том, что есть расчеты, связанные с падением экономики Российской Федерации, с расходованием золотовалютного резерва, тех фондов, которые они наполняли за счет сверхприбыли с добычи газа и нефти. И 2017 год в определенном смысле для них критический. Для нас он важен еще потому, что проходят выборы. Ну, вы знаете, что в этом году выборы в Соединенных Штатах, выборы президента. И нам в любом случае нужно быть готовыми к любому выбору, со стороны, который сделает американский народ, быть готовыми защищать свои национальные интересы. Я вам приведу следующее. Для нас в определенном смысле проблемы – это выборы в Германии и выборы во Франции. Ну, во Франции там любой выбор для нас сложный, потому что, на мой взгляд, французское общество немножко подзаблудилось. И, ну, и французские политики, и французские политики в отношении, так сказать, происходящего в Украине. А в Германии, вы знаете, что есть, помимо Меркель, есть персонаж по фамилии Штайнмайер, который, по-моему, ему уже пора в «Газпром» туда устраиваться, а не числиться министром иностранных дел. И поэтому для нас есть и проблемы, и возможности. Мы завершаем эту программу. Я вдячна, что вы пришли. С нами був сьогодні Андрій Сенченко, віце-прем'єр-міністр Криму з питань економіки у 93-97 роках, народний депутат України попередніх скликань і кримчанин в сьомому поколінні. Так. Крим – це Україна. Дякую, пане Андрію, дякую всім слухачам. До зустрічі. На слуху.